Макс, Макс, смотри, как я сейчас по камере не попаду вообще ногой. Макс, Макс, прости. Что делаешь-то, ё-моё, ну, а? Ну, по камере же не попало. Зато ну, по мне попало. Ну, что по лицу? Ну, Макс, всё, ну, прости. Всё, давай, короче, иди. Почему женщины занимаются силовыми и боевыми видами спорта, мы сейчас и узнаем у наших горожан. Ну, Макс, ну, Макс, ну, прости. Самозащита у нас. Ну, явно не до красоты. Мужчинам только красота так пойдут, а девушкам-то не всем пойдут так накачанными. Это, скорее всего, так от безделия может быть. Каждый находит же свой способ реализации. Кто-то делает татуировки, кто-то накачивается, у кого что. Наверное, хотят мужа своего бить почаще. Потому что не хватает мужского. Может, потому что это становится популярно. Я не вижу смысла раскачиваться, потому что это, ну, женщина должна быть мягкой. Мягкая, но с сильным стержнем внутри. Им нельзя же таскать тяжелое, например. Как-то себя поддерживали в форме. Потому что они родились женщинами, значит, хотят похоже быть на мужчин. Ну, потому что женщины русские всегда были сильные. Как стихотворение, кто писал-то? Горячую избу войдет, коня над какого остановит. Да, надо, да, потому что я вот такая. Все, я. Дача, работа, машина, все на мне. Ну, хочешь просто утвердиться, да и все. Сами себя утверждают. Мне такие виды не нравятся. Женщина должна быть женственной. Им не достает мужского плеча. Вот и уходят в спорт. В грубый спорт, в тяжелый спорт. Такая вот тенденция пошла, по моему мнению, с Европы. Так как там доминируют сексуальные меньшинства, а женщинам пытаются как-то заменить или же еще как-то себя по-другому поставить, что они сильнее мужчин. Ну, сейчас зарабатывают, победил, деньги тебе большие, деньги не маленькие. Я более за нежность, такую, за девичесть. Мне кажется, просто мужчины сейчас слабее стали, и поэтому женщины хотят так выглядеть. Наверное, не хватает ночных упражнений физических. Ну, вы смогли пойти вот так вот? На ринг? Ну, наверное, да. Смогла бы, даже, наверное, попробовала бы, да. Для самозащиты, конечно. Для чего еще успокаивать перевозбужденных? А вдруг маньяк нападет на меня? Что мне еще остается делать? Я, по-моему, втащила. Все запомнили эту женщину. Маньяки особенно. Не подходите к ней. Моя сестра занимается боевыми искусствами для того, чтобы себя защитить, так сказать. Это нормально по-серьезски вот так раскачиваться, но выходить. Ну, и если вот. Били лицо там. Ну, если чисто для азарта, это нормально. А если так, чисто по психологии, то нет. То есть вы можете сходить посмотреть, как вашу сестру сегодня при. Наоборот. Наоборот. На все. Да. И вам ударит? Ну, мы иногда деремся с ней, чисто для спарринга, тренироваться. Самооборона – это очень хорошая вещь. Я считаю, что вот боевые искусства именно в этих целях нужно использовать. Нужно уметь постоять за себя просто. Но они становятся лучше от этого. Вот я раньше был женщиной. Каждому свое. Каждому свое.